Пизды первоментно. Хотя, возможно, это бы на миллисекунду отвлекло, и из-за этого второй бы по жопе, да, мог бы очень больнее просадить. А не так, что чисто напугал и сам получил. Еще заметил, что народ, когда начинает получать 99-ки, даже если ты нанес всего 20 урона, начинают сильно пугаться и не идут. Да, 99-ка страшная, срань. Идем, только я с нее нихуя не выпадаю и... Потом туда. О, у нас еще упор! Блять, я спиздил оружие. У меня нет нихуя. Он пустой. Да, его можно так уже добить, нахуй. Ну, отпиздил. Отпиздил. А у меня нет ничего. До сих пор. О, второй! Я на крышу иду. Блять, на крыше тоже нихуя нет. Господи, что за параша? Здесь моя синька, я ее апнул второй раз. Неплохо. Пойду возьму. Белая бронь на свитч была здесь очень кстати. А у меня... Ну, вот из банка. Я тебе могу решить 45 дать. Не, у меня обстар 40. Mm-hmm. Я думаю, мне покасит. А, точно, дают же теперь баночки маленькие. А хули они себе оружие не взяли, лол? Да потому что они наебало нам прыгнули сразу же. Чего? Нет. Они где-то здесь высадились, засали идти на других чуваков. Да в смысле? На меня вбежали только что двое практически одновременно. Да, 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 я убиваю одного и сразу второй. Шли. Вот здесь чего стопудов. Я кушку могу на крышу проякинуть. Проякинусь. Блять. Русский мой второй язык. А? Здесь же 99-ка где-то лежала. Я могу тебе скинуть энергию немножко. Слушай, да у меня много, 180 уже. Блять, 200. Карл, пошли на войну. Предлагаю прогуляться. На вокзале где-то. Ебать, там будет. Минус раз. Вон там, смотри. Идет к нам. А он идет к тебе, да? Нет, это бомба уже была. Он без брони практически. Я не попал ничего. 14 дал. А теперь вопрос, куда он идет? Он сюда куда-то. Его добили? Да, кажется. Нет, бамбузл все еще дергается. Блин, что за хуйня? Здесь снаружи. Угу. Вот он пробитый. Вы поднимайся наверх по лестнице. Нет, Галин? А чё? Бля, я вниз должен уйти. Я внизу, я внизу. Он наверху на вагоне. А, на вагоне прям. Еще внутри тут, по-моему, стреляется. Остается. Внутри, внутри, мираж. Хорошо. Идет. Идут, да. Я подержу. Ой, валькирия сломана. Давай похиляем маленько. Блин. Они сейчас отсюда вылетут. Бля, бамбуз заебал. Давай вылетим на них вдвоем. Давай. Кушка твоя. Я даю кушку, да, да, да. Я ультанул сразу вниз. Сами чего поднялся. Крапнул одного. Но он улетел. Валькирия ног. А, второй здесь, он... Умирать был, нет? Сколько тебе килов? У меня три. Ладно. 40 урона. Он даже хорошо, что этот хуя у нас высадил. Классно развоевались. Что там у нас мираж вылетал? Или мираж? А. Посмотрите на небо, дорогие мои. Да там все. Шутками хочу 30-30 взять.
Спитфайр X3, как тебе такое? Вон Маск. Ну, X3 я возьму, а вот этот нет, наверное. Не возьмешь, он у меня. Лайтов срали, мазали, всего полтос. Есть что? 220, на флотике у меня 100. Я флотик, блядь, крайне презираю. Я могу просто флотик отдать. А я у стара дам. Что у тебя еще раз помимо флота было? Что помимо флотика у тебя было? 99-ка. Могу 60-ка скинуть легких, если надо. Так, ну тогда ты возьми X3, наверное. На что, на Элстарку буду плеваться? Ну, да. Инициировать плюхами размером с лицо. Дрона тюкнем? Да, может. Ну-ка, погоди-ка, дай-ка я попробую. Ты провалился на скользь же. Да. Нифига у него интереска, по-моему, нет. Ну, энергомат есть. Здесь увеличенный. На случай, если хаос потом свечу. А, золотой ног там лежал. Он просто спрятался. Здесь энергетические боеприпасы. Да, блядь. Блядь, пока я подумал, то, чтобы что-то взять. Пошли на гейзеры. Новый лидер. Я мечу повыше. Да, Пав сейчас всем пизды раздаст. Дикс профак. Куда ехать? Квость некуда, блять. Энерго, квость некуда, хаос ста. С хаоса с X3 стрелять еще более смертельно, чем с Ловстара. Ловстар хотя бы можно пулькой, а там зажал, стрельнул, зажал, стрельнул. Ну, там, кстати, нравится, что нет? Я могу забрать у тебя X3. Стоит и вот, блять, показывает мне. Ладно, я Ловстар выкинул. Так что, если что, здесь дохуя всякого говна. Хер тебе теперь X3, да, просишься? Ну, да. Сейчас, погоди, я баночки заберу здесь, в здании. То что-то маленьких у меня ноль. Вы на ориентировочном... Не, не в здании. Вот, тогда зипу прокинули. А, нет, это зипа наступления. Чего еду сюда? Да, ты уже слишком быстро убежал. Плюс тут портал стоит. Интересно. Отряда 3 не меньше. Бонусом трупаки валяются халявные. В меру опустошенные. Фиолеточка. Я там дропну свою фиолетку. Здесь увеличенный легкий магазин. Третьего уровня. У нас топы. Нам кто-то идет, да. Внутри. Берегитесь, зайчата. Рядом плохих. На зипе залетает. Наверху. Перезаряжающий ты. Байтанул. Блядь. Ахтан без 60. Я так хорошо значит по нему стреляюсь. Одно хп на роботе. Свечись на нем. Не, наверное, так захиляю. Только меня запер. Открыл, открыл. 60 дал. Иду. Жуки. Где второй умер? Под ним лежал. Я на крышу. Я с тобой. Они внутри здания. Они заезжают за нами. 36 прояви. Рыва разломана. 60 по мясу 30 где-то. Угу. Рыва на хиле. Дожать надо. Робот без 40. Я сейчас умираю. Ушел, 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 ушел. Хорошо, я свечусь. Он у тебя, но он почти мертвый. Я свечался. Ну отдай золотой щит. Мне феникс нужен. Сейчас я напержу на него. Я ушел. Золото. Перезаряжай.
А потом заберу. Банок ДПЛ. Все тяжело стрелял, блин. Че это, блядь, было нахуй? Идите жихать на ком-то, блядь. Ну, спасибо. Господи. Золото подобрал, если да. Да. Тут X3, кстати. Да, я, наверное, двух останусь. Где, мать его, тяжелое О? Боеприпас. Наковальня есть. X2, да? Здесь прицел. Для короткой дистанции. У меня золото на этом. Не хочу показаться занудой, дорогие мои. Но на динозетке X3. Там дроп спереди есть. Он вообще не в зоне. На не, надо идти, зона слишком быстро идет. Да. Охуеем. Да. Год у зоны. Нас никто не ждет. Че, кто что, на этом? Да, я приехал. А, засканить, типа? Или на дроп-то ходил. Опа, я засканил. Да, на скандал. Дроп забираю. Мог иду смотреть на тех краба. Блять, беру. Скину 301 со всем обвесом. Угу. Я один взятки скинул. Куча патронов. Они завоевались. С кем, блять? Все внутри кольца. Не знаю. Внутри дома, видимо. Да, есть. Внутри дома война. Воу. Че, давай глянем вот здесь, вот здесь челики у нас сканились все-таки. Так это они, походу, туда и ушли. Они вышли, они снаружи. Упс. Сделал бум. Да, я видел. С другой стороны, давай подождем второй отряд, пока они не съели тех того, кто на пути. Уже едят. Да. Ну они пока заняты. Можно взять и сделать негодяйство нахуй. О, там они все без брони почти. Я на хиле. Блять, очень плохо слышал. Они оба без брони. Выпусти меня! Сука. Я реваюсь. Или нет? Не, я по нему. Заползай. Что-то я прям вообще не ожидал такой хуйни, давай. Рада, что ты... Я здесь. Ну что, дадим тебе второй шанс. Я залетел, они прям внутри. Да. Ну я зашел. Думаю, они хотя отступят. Типа, это было бы логично. Ну а им отступать только в нашу сторону. Не, дальше. У них был коридор целый. Так они там стрелялись с кем-то. Надо сейчас найти, кстати говоря, пойти посмотреть. Они вроде не закончили дело. Как? Ладно. А, стой, там еще октейн был на крыше, который нокнутый. Да, вот я ищу. 45 секунд. И кольцо совсем близко. Да, его зарезать могли. А, нет, он здесь, значит, где-то и его друг должен быть. А где его главное, друг? Главное, нет, не получить ебальник. Может, он внутри здесь где-то сидит? А мы не знаем. Типа, вот они воевали как раз с ними, я за жопу упустил. У меня сделал очень сильный кусь за попу, поэтому... Что-то у меня... Много всего. 10 секунд. Это я сделал. Скинул пару банов. А, вижу деплой в ту сторону. Прям перебор. Но это далеко. Гранат, Гриш, много. Ну так, сразу мазали. Не знаю, вот брать не брать. Наверное, в пизду я лучше не буду отвлекаться на гранаты. Банок. Про банки. Банок есть. 4 аптеки, 4 большие. Там 301 мая все еще на дропе валяется, не передумал. У меня 99 и разведчик. Думаю, разведчик, в принципе, ну. Будешь давить авторитетом? Не, ну 99 можно давить. Я сейчас вот вполне себе неплохо задавил. Еще один дроп, кстати. Бля, дышишь, я свой джамп-то факапаю.
Наконец-то, ебать. Пизды тут не получить. С той стороны. У нас еще он с той стороны может прийти, чел. Вообще мы здесь все зачищали под нами. Банка, банка. Ищейка. Ищейка. Ну, не нужно. А я думаю, вот вместо разведчика может хуйнуть ее. Попробуем. Типа две ппшки, как ебанат. Наверное, так и сделаю. Зато с 99 могу зажимать, как тварь. А на щейку максимум x2 остается, да? Вижу, что? Да. Один. Будет интересно. Да, реба. А, вот тут. Понял, принял. Крыша, да? Вижу. Да. Валькирия. Возможно, это, кстати, два сольника. Но не факт. Она, кажется, меня видела. Но она не знает, что она здесь. Она отвлекается. У меня хороший угол. Если высунется слева, и пизда. Ну, короче, если что, стреляй, если будешь готов. Mm-hmm. А я сигану просто на нее. Я могу ее забайтить, на самом деле, своим топотом. И она, типа, пойдет смотреть. А ты, она же тебя не видела, она вроде меня только заприметила. Depends. Он так просто сидеть будет до усраки, и все. Типа, мы в зоне, похуй, мороз. Не, я здесь поделаю вот так вот, ну-ка, вылезет она. Наверху какая-то хуйня, редипо идет наверху. Уверен? Она улетать будет. Да, там дым и звук джетпака. Да, так и есть. А. Бойка. На тебя еще рева залетел. Отправил, но... нет, не отправил. Дал 38 только. Наверху еще чел. Отправил. Хорошо. Редипойнулись рядом с нами. Двое. Я крышу иду занимать вместе с тобой. Угу. Челики он там, если что. Угу. Тут двое. А, у нас получается они все равно внизу. Бля, да что ж такое-то, а? Я просто могу поймать. Блять, это одна ракетка. Трево нижний, конечно, опасная хуйня. Ну, где-то там за горой. Хуёво быть ими. Актуально, ага. Блять, я опять промазал. Выгнал их, они здесь по опану бегут. Ну, нет, не по опану. Лобов. 145 по лобе. Пряк. Хорошо. Думаю, пока не идем к ним, пусть их второй ряд, он тоже краба. Здесь вот сейчас вот их сзади будут ебать. Угу. Уходит здесь. У нас тут этот ряд должен быть еще. Да, вот краба опасное дерьмо. Я скушаю банку. Пусть она отвлекается. Ее уничтожит. Слышу, здесь стреляются. Не обозначу, что я знаю про них. Не тратя, наверное, пока пульки. У меня еще 5 выстрелов. Хочу валькирию тут взглянуть. Вон она ползет, если что. И здесь второй отряд хиляется. О, а, я их даже вижу, вот здесь вот. Я попасть вот прямо не тут, могу. Тут стоять на месте. Окей. Так, я вот не хочу скрабы давай получать. Давай валькирию лучше. Она гранат кинула сюда. Да. И не зацепит. Ничего, вниз прошли, что ли? Она поднимает свою, ну, по крайней мере, пыталась, она теперь без брони. Блядь, здесь, вот здесь нельзя. Дубль. Вот здесь вот надо... О-о-о, хэдшот вниз. Я уничтожаю, короче, мне похуй. Ну, пиздец. 70. Без брони. Нок. Золотой последний здесь за углом слева. Последний там мертвый был, я его нокнул сразу. Не-не-не-не, он поднят. Хорошо. Его поднять. Нет, не подняли его. Золотой щит. Нет? Просто. Ну, окей, ладно. Меня пушит. Валькирия. 40 мяса, 50. Ну пухнуть, стукнуть! Да ладно, так сдался, так сдохни. Я старая подряд? Да. Окей. Ну, ртушка! Вы чемпионы Апекс. Короче, смотрю, Октейн башку высунул и на корточках, он не может ее убрать. Думаю, блять, я не могу не попасть.